Энергетика, модернизация инфраструктуры, разведка и переработка полезных ископаемых – ключевые сферы, в которых сотрудничают Казахстан и Америка. Касым-Жомарт Токаев и сенатор США Стив Дейнс обсудили торгово-экономическое взаимодействие. Глава государства высоко оценил сотрудничество стран, отметив, что важную роль в двусторонних отношениях играет парламентская дипломатия. Также собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности. По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции.